10 свертков в черной изоленте. Эта горсть потянула на четвертую часть статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотиков», а эти кадры стали последними на свободе для 24-летнего жителя Краснодарского края. 26 августа его задержали полицейские на улице Мордовской в Саранске. В солнечную Мордовию он приехал еще в начале августа. До этого получил предложение о заработке в одной из социальных сетей. Неизвестный сообщил, что работа легкая, но прибыльная. Нужно сбывать наркотики на территории различных регионов страны. Приехав в Саранск, 24-летний наркогастролер остановился на съемной квартире. Затем по указанию куратора забрал из тайника оптовую партию синтетики. 26 августа фигурант приобрел путем извлечения из тайника, расположенного в центральной части города, еще часть запрещенных веществ, уже расфасованных по сверткам. После этого молодой человек был задержан оперативниками. Что в нем находится? Ничего. Веса? В общем, 10 грамм. 10 грамм по одному? Да. С целью дальнейшего распространения? Сбыта? Конечно. То ли задержанный не знал, то ли умышленно сказал название другого наркотика, но экспертиза установила, что в изъятом наркотическом средстве содержащее МДМА. Подозреваемого заключили под стражу. Похожая история, но уже с интернациональным сотрудничеством. 30-летнего мигранта из Таджикистана и двух жителей Лямбергского района закончилась обвинительным приговором суда. Летом прошлого года иностранный гражданин, проживающий в Москве, выполняя роль так называемого мелкого оптового закладчика наркотиков в организованной группе, с разницей в несколько недель приобрел путем извлечения из тайников на территории Саранской и Московской области партию метадона общим весом более 136 граммов. Запрещенное вещество он привез в арендованную квартиру на улице Татьяны Бибиной. Находясь в Саранске, он оборудовал тайник для последующих покупателей. В него он поместил не менее 20 свертков массой около 6 граммов. Спрятав остальную часть метадона на съемной квартире, таджик уехал из Мордовии. Далее эту закладку пришли забирать двое жителей Лямбергского района. Они, как выяснили правоохранители, состояли в той же организованной группе, что и мигрант. Наркотик они планировали сбыть другим людям. 28 июня, передвигаясь на личном автомобиле в поисках места для организации закладок, фигуранты были остановлены инспекторами госавтоинспекции. Увидев сотрудников полиции, один из подсудимых выбросил 18 свертков с метадоном. При этом остальные два были спрятаны у него в носках. Указанные вещества обнаружили и изъяли. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Таджика задержали в июле 2023 года, когда он вернулся в Саранск за оставленными наркотиками. Приговором суда, в зависимости от роли каждого, иностранный гражданин осужден на 11 лет лишения свободы. Соучастники преступления приговорены к 7 годам и 10 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».